Пятикратный призер чемпионатов мира Кирилл Денисов выполняет косу-тогари в комбинации с его высокоэффективным учимата. Его движение вперед для приема учимата делается для того, чтобы получить необходимую реакцию соперника, которая позволяет выполнить косу-тогари, бросив соперника назад. Денисов использует два основных варианта этого движения. Первый вариант – это его зрелищный прыжок или табикоми косу-тогари. Чтобы этот бросок сработал в поединке, Денисов обычно сначала атакует соперника с помощью учимата. Для выполнения косу-тогари необходимо получить от соперника очень сильную реакцию. В его варианте с захватом плеча косу-тогари выполняется, когда он и его соперник обоюдно пытаются выполнить бросок учимата. Оба дзюдоиста, как правило, занимают более экстремальную позицию, когда они становятся бедро к бедру. Но это движение не сильно, и не для того, чтобы выполнить учимата, а только лишь вызвать реакцию соперника для выполнения косу-тогари. Угроза выполнения косу-тогари также используется для создания разных вариантов учимата. Эти две техники работают рука об руку и дополняют друг друга и одинаково эффективны. Пожалуй, нет никого в мире, кто лучше Кирилла Денисова использует в комбинации две техники – учимата и косу-тогари. Изучите оба варианта косу-тогари Денисова исключительно на суперстар дзюдо, поскольку здесь он раскрывает секреты захвата, выведения из равновесия, невероятный вход тоби-коми, варианты захвата за плечо и его эффективные и полностью совершенные движения. Он также показывает свое контактное упражнение косу-тогари, которое является отличной формой учи-коми. Но прежде всего, вы получите шанс увидеть, как он использует свой косу-тогари на самых крупных соревнованиях в мире. Это нельзя пропустить.